В данной бочке размешивалась вода, этиловый спирт. В дальнейшем с помощью спиртометра измерялся градус, после чего на данную поверхность выставлялись бутылки. На бутылке одевался вот такой самодельный механизм, после чего с помощью, я так подразумеваю, вот такого тоже самодельного ковшика, готовая размешанная жидкость разливалась также в самодельное вот это устройство, в стеклянные бутылки, после чего с помощью пробок пробки фиксировались на бутылке, готовая продукция упаковывалась в картонные коробки для последующей реализации. Сверху положи. Ты это сказал, он еще до них не дошел. Вот так встаешь. Хорошо. Володя, иди посмотри. Ну, вот одеваешь. Вот ты как делаешь. Понял? Что я тут не делаю? И вот сюда вот наливалось, да? Да. Молодец, Вася. Молодец.